Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой на западные рубежи нашей необъятной родины. Это Брянск, это стадион «Динамо», и это место, где местная команда примет через буквально несколько минут соперников из малюсенького сельца Песчинокопское, что находится в Ростовской области. Дабы все правильно поняли, «Динамо» Брянск, «Чайка» Песчинокопское. Так или иначе, атмосфера в Брянске всегда футбольная, здоровская, и она позволит нам получить хорошую игру, тем более, что она начинается. 13-й тур, Лион, 2-я лига. И таким образом мяч не долетает даже до центральной линии. Обычно это показатель, который присущ футболисткам женских команд. Добивать до центра поля. Футболисты этот центр обычно перебивают. Но вот сейчас опасный момент. Удар, гол! На первых же минутах «Чайка» забивает. Как быстро это Зарыбеков делает. Эльдияр очень здорово. Это радует, это настраивает нас на определенный лад. Шведой под опорную ногу голкиперу. В общем, достаточно безапелляционно все это выглядело. Очень давно я, честно говоря, не получал такого удовольствия от вот такого, казалось бы, банального владения мячом. Неплохо, Пивоваров, пас, до Терехова мяч дойдет, Терехов будет бить и забивать! Антон Терехов! Дмитрий Осипов его только так поцеловал, если угодно, а Терехов не стал ничего выдумывать. Просто, уж простите, плюнул щекой в дальнюю 9. Покуда угловой. Подача, момент, опасный удар. Мяч залетает в ворота, нет положения вне игры, это 3-0. Илья Детенышев оказывается тут как тут. Ой-ой-ой, вот это момент! Боков мне позиции потерял, ворота есть шанс у Брянска, и они им пользуются! Дмитрий Купцов размочил счет 3-1! Нет! Нет, не спешите уходить! Не спешите хоронить «Динамо»! Только темп, только драйв. Только вот такие неуловимые вещи. Не тактика совсем. Хохлачев в штрафной площади Брянска будет обыгрывать. Одного вроде бы как накрутил. И с мячом остается капитан. Удар! 4-1. Непозволительно роскошь так играть в обороне. Пивоваров там стоял совсем один. Но это во-первых. Ну а во-вторых, а точнее в нулевых, это, конечно, игра Хохлачева. Драматургия в балетном представлении, конечно, гораздо серьезнее, чем в этой атаке Брянска. На 7 все. Юрий Карпов дает свисток об окончании этого матча. «Чайка» сегодня была гораздо сильнее, гораздо конкретнее, гораздо креативнее, идейнее по всем показателям и статьям, переиграв соперников из брянского «Динамо». Спасибо большое, что были со мной, друзья. Всем пока.